Во время встречи в Москве с Владимиром Путиным президент Латвии Валдис Затлерс вспомнил, о чем они разговаривали с российским премьером во время последней встречи в Хельсинки. Вы помните, вы говорили, о чем мы говорили? Мы говорили о континентальной хоккейной лиге. Да, и когда я приехал домой, мне люди задают вопрос, о чем говорили. Я говорю, а хоккей, они все улыбаются сразу. Да? И что было такая продолжительность? Это мой проект практически. Я знаю. Но я что было придумал. Хорошей продолжительностью, что проект продолжался. У нас есть продолжение. Это Динамо Рига. Вы сказали, что это наш человек в вашей команде. Ну, вы ваш человек в нашей команде. Спасибо. Номер 7. Счастливый.